Всем привет! На сайте у меня появилась рубрика для предпринимателей. И вот если нажать на эту ссылочку, то вот мы увидим схема действий и задачи, возникшие в ходе установки Linux в школы и детские сады от Василия Козельского, часть 1, часть 2, где он дает очень много полезной информации. И в частности, первый ролик вышел не совсем удачно у него, потому что было очень слабое качество звука. Ну вот я продемонстрирую. У меня сейчас качество звука выставлено где-то там, ну, процентов. Ну вот, 45%. Вот если я включу, то практически ничего не слышно, и приходится выкручивать ручку громкости до самого упора, чтобы хотя бы что-то услышать. Но повторюсь, значит, что информация здесь очень важная и полезная. И второй ролик Василий сделал. Здесь уже, как говорится, уровень громкости вот у меня стоит вот так вот. И громкость уже, как говорится, вполне нормальная, все можно услышать и увидеть. Значит, Василий Козельский — человек, который занимается внедрением Linux в дошкольные и школьные учреждения и, очевидно, в разные организации. Причем человек делится своим опытом, какие у него стоят задачи, как он их решает, и освещает ряд вопросов, которые, допустим, на данный момент он пока еще не смог решить, но человек что-то делает, и сделал он немало. Вот посмотрите, значит, во-первых, он, помимо всего прочего, вот если зайти на главную, вот здесь вот, у меня, значит, есть, где скачать готовые авторские сборки. И здесь, значит, он представлен. Ну, я, Сергей Тимченко. Вот, сборки Василия Козельского, пожалуйста. Для детсадов, для школ, пожалуйста. Значит, вот, для школ даже перехода по ссылке у него больше. Без разницы, нажимаем. Он сделал кладовочку на Меге. И с этой кладовочки вы можете скачать, значит, 32-битные и 64-битные его сборки. Всего 4 варианта. Значит, плюс, значит, посмотрите у него там какой логин и пароль. Каждый раз смотрите. Вот. Ну, вам уже, как говорится, и голова не болит, потому что для вас это уже сделано. Сделано, как говорится, ручками хорошими, потому что Василий человек головастый и занимается практическим делом. Из всего этого я хочу еще что сказать, что Linux можно пользоваться не просто вот как нормальной операционной системой, вирусоустойчивой и так далее, и так далее. Но на Linux можно заниматься и на Linux можно и зарабатывать. То есть, ну, тот человек, который подробно, допустим, посмотрел все уроки на сайте, там, основы и так далее, который смог сам себе установить, допустим, Linux, затем, значит, зашел в этот отдел, посмотрел все ролики для предпринимателей, вот, самые мои начальные, там, второе, третье, четвертое видео с ним. То есть, кто в теме? Естественно, значит, он под любым видеороликом всегда сможет, допустим, задать ему там вопрос какой-то. И, значит, ну, Василий человек обязательно, если вопрос, как говорится, не глупый, постарается ответить. Ну, а кто сможет ему, допустим, помочь вот с тем, как читать учебные диски, которые в основном сделаны под винду на Linux и цифровыми подписями, ну, это будет вообще, как говорится, очень хорошая помощь и поддержка для него.
что хочу сказать, что если кто-то решит законным способом зарабатывать себе деньги, как говорится, легальным и так далее, это очень хороший путь. Почему? Потому что он вполне легальный. Потом люди занимаются, будут внедрением Linux в основные, как говорится, в широкие массы населения, начиная, как говорится, там от детсадов, там школ, включая там учреждениями. То есть, кто решит зарабатывать на Linux, да ради бога, вот вам, как говорится, наглядное руководство, смотрите, пользуйтесь, советуйтесь, потому что есть, значит, у нас здесь его рубрика, где можно под любым его видеороликом, значит, там задать ему вопрос какой-то. А какие проблемы? Вот под видеороликом пишите вопрос, пишите свое имя, e-mail, отправить комментарий, как говорится, и пошел вопрос. Но также можно и на форуме. На форуме нужно зарегистрироваться, это да. Но зарегистрировавшись на форуме, вы сможете, как говорится, там открыть какую-то тему вас интересующуюся, вот, и задать свой вопрос. Или наоборот, если у вас есть решение, то опубликовать, как оно было сделано, ваше решение, и чем вы можете помочь. Вот таким вот образом. Поэтому я считаю, что дело внедрения Linux в России, да и в других странах, оно именно и заключается в том, что, вот понимаете, когда люди делятся опытом, когда вам есть уже куда, как говорится, обратиться, посмотреть информацию, там, задать вопрос, поделиться информацией. По крайней мере, здесь вы уже можете черпать необходимую информацию для вас самих. А что, много ли или мало ли ребят толковых, которые, допустим, любят компьютеры, разбираются в них, которые, значит, в Linux'е начали, как говорится, разбираться. Вот, к человеку обращайтесь, как говорится, общайтесь. Так что я считаю, что Василий начал очень полезное дело, для этого ему и была выделена специальная рубрика, вот, где бы он делился именно внедрением Linux'а. И для вас это великолепный шанс, как говорится, освоить, допустим, новую профессию. Причем освоить ее можно в любом возрасте. Потому что, просмотрев все необходимое, и если у вас есть хотя бы основа знания Linux'а, вы получите, скажем так, или основной, или дополнительный заработок. Чем это плохо? Да ничем. Ну ладно, я желаю, значит, Василию всего доброго в его начинании, потому что оказывал и буду оказывать ему всю свою поддержку, насколько я могу. Рекомендую многим этим делом заняться, у кого есть свободное время, желание и так далее. Потому что дело это доброе и, как говорится, вполне законное и легальное. Ну ладно, желаю вам всем всего доброго, всяческих удач и до новых встреч.